Нагус и Мартин Продакшнс представляют. Великие тайны и мифы 20 века. Истории, которые пора узнать миру. Тайна капитана Крэбба. Даже в пасмурный осенний день порт Чечестер, что рядом с Портсмутом на южном берегу Англии, очень живописен. Летом здесь всегда полно туристов, яхтсменов и просто желающих покататься по заливу. Рыболовов в этом месте ожидает мало сюрпризов. Но именно здесь, в середине 50-х годов, местные рыболовы вытащили из воды сначала одно тело, а позже и второе. Оба тела были без голов, без рук, и оба были в костюмах аквалангистов. Найденные трупы послужили ключом к тайне, начало которой было положено 18 апреля 1956 года. В тот день русский крейсер «Орджоникидзе» встал на рейде у Портсмута. Корабль этот имел особое рулевое устройство и двух особых пассажиров. В Англию из СССР с визитом доброй воли прибыли Никита Хрущев и Николай Булганин. Еще совсем недавно такая дружественная встреча советских лидеров и премьер-министра Англии Энтони Идена казалась немыслимой, однако теперь она состоялась, а участники встречи даже улыбались. На одном из официальных обедов советский дипломат спросил у первого лорда Адмиралтейства Джемми Томаса, что за подводный пловец ныряет под килем крейсера «Орджоникидзе». А пловцом этим был 45-летний герой войны Лайонел Крэбб. С тех пор Крэбба больше не видели. Его задание и его дальнейшая судьба до сих пор остаются загадкой. В те дни о Крэббе много говорили и писали. По официальной версии, он погиб в акватории Портсмута при испытании сверхсекретного оружия. Русских такая версия не удовлетворила, и они направили дипломатическую ноту, где утверждалось, что пловцы... Этот инцидент мог вновь осложнить отношения между двумя странами, и Энтони Иден отдал приказ секретным службам во время визита высоких гостей за русскими не шпионить, и все же в палате общин ему пришлось отбиваться от нападок лейбористской оппозиции. Иден держался стойко, в конце концов признал, что о происходившем в акватории Портсмута узнал уже постфактум. Но в любом случае, добавил он, в интересах мира и спокойствия, в настоящий момент будировать данный вопрос нецелесообразно. Однако следствие по делу Крэбба прекращено не было. Через год после инцидента с крейсером «Орджоникидзе», летом 1957 года, из воды Чичестера было выловлено тело в костюме аквалангиста, лишенное головы и рук. Состояние как тела, так и костюма указывало на то, что труп находился в воде длительное время. Рыбаки, обнаружившие эту страшную находку, доставили ее на ближайший остров и уведомили полицию. Тело было отправлено в морг Чичестера. Коронер произвел дознание. Однако, было ли это тело исчезнувшего Крэбба, установить не удалось. Любопытно, что во время дознания военно-морские силы не представили медицинскую карту Крэбба, хотя она оказала бы существенную помощь при идентификации трупа. Коронер все-таки решил, что это тело Лайонела Крэбба. Но что вызвало смерть, осталось невыясненным. В медицинском свидетельстве написано, причину смерти установить не удалось. Тело погибшего похоронено на Портсмутском кладбище 5 июля. На похоронах присутствовала мать Крэбба. Она так и не поверила, что в гробу находилось тело ее сына. На его надгробном камне дата смерти не указана.
Карьера капитана Крэба в качестве подводного пловца началась на Средиземном море во время Второй мировой войны. Итальянские корабли несли потери от мощных орудийных обстрелов британских ВМС. Зато итальянцы показали себя мастерами подводной войны. Они использовали так называемые «человек-торпеды». Каждая такая торпеда представляла собой команду из двух человек, одетых в гидрокостюмы и сидящих верхом на тонном снаряде. Итальянцы прозвали свое новое оружие «свинья». Из весьма слабого пловца Крэб постепенно превратился в первоклассного пловца-ныряльщика. Англичане, как и итальянцы, постоянно работали над усовершенствованием подводных дыхательных аппаратов. У них тоже появились человек-торпеды, а кроме того, подводные пловцы использовались для спасения экипажей затонувших подлодок. В конце войны пловцы-ныряльщики принимали активное участие и во многих десантных операциях. В 1945 году Крэб был командиром всех военных пловцов, обеспечивавших кораблям союзников безопасность портов Северной Италии. Невысокий, со сломанным носом, со властными манерами, он стал легендарной личностью в этом особом виде военного искусства. После участия в одной из операций против еврейских террористов в Палестине, Крэб, как и многие другие, был демобилизован. Однако, будучи морским офицером-резервистом, он продолжал работать в Адмиралтействе, принимая участие в секретных разработках техники подводных съемок и минной войны. Коллегой по военным годам, вернулся в ВМС, чтобы исследовать советский крейсер «Свердлов». Британская военно-морская разведка жаждала разгадать секрет маневренности русского крейсера. Крэб и Ноулс обнаружили, что это достигало с помощью гребного винта, опускавшегося в воду через отверстие в киле. Чтобы скрыть свою причастность к операции, Англия проводила ее под эгидой ЦРУ США. Весной 1955 года Крэб ожидал, что его уволят из рядов ВМС, но нет. В списках личного состава на 1956 год его имя числилось в рядах подводных пловцов спецотдела базы Вернон, расположенной в Портсмуте. Похоже, английская секретная служба не собиралась расставаться с капитаном Крэбом. Его часто видели на базе Вернон, стоявшей недалеко от морских доков. Неожиданно Крэб женился и переехал в Лондон, устроившись продавцом в мебельный магазин. Увы, брачный союз оказался непрочным и вскоре распался. Вот здесь, недалеко от магазина «Хэрдокс», Крэб снял небольшую квартирку, повесив в шкаф свой любимый итальянский гидрокостюм.
Впрочем, Крэб частенько исчезал из квартиры, отправляясь в таинственные деловые поездки. А вот римско-католическая церковь, которую Крэб аккуратно посещал. В местных барах от него не раз слышали жалобы, что в королевских ВМС о нем уже забыли. У одного из его друзей были связи, так сказать, в интеллектуальных кругах, и он познакомил Крэба с интересными людьми. Например, с Кимом Филби, советским агентом, служившим в английской разведке. Филби подозревали в том, что в 1951 году он помог бежать в Россию дипломатам МИДа Берджесу и Маклину. Или, например, с Энтони Блантом, хранителем Королевской картинной галереи. В 1979 году Блант был публично разоблачен как четвертый человек в деле Берджеса Маклина Филби. Хотя секретной службе об этом было известно значительно раньше. За капитаном Крэбом пристально наблюдали как британская, так и советская разведки. Впрочем, британская секретная служба и сама была наводнена советскими разведчиками. В частности, некоторые считали, что известный в соответствующих кругах сэр Роджер Холлис является агентом Советского Союза. По утверждению офицера КГБ Голицына, перебежавшего к англичанам в 60-м году, его бывшие хозяева были в курсе планируемого британской секретной службы осмотра крейсеров «Свердлов» и «Орджоникидзе». Русские, утверждал Голицын, были готовы к этому и ждали Крэба. Крэб мог бы очень пригодиться русским. В то время Советский Союз формировал силы, получившие позже название «спецназ». Туда входили и подразделения военных пловцов-подводников. В последующие годы спецназ, эта превосходная боевая машина, стала частью ГРУ, военной разведывательной организации, о которой мало кто знал, даже в самой России. В 70-х годах в состав спецназа входили морские бригады, насчитывающие 5000 бойцов. Но вот оборудование, используемое ими, а тем более в 56-м году, было слишком убогим по сравнению с западным. В свою очередь, и английская разведка могла быть заинтересована в том, чтобы внедрить Крэба в подразделение военных пловцов спецназа. Если бы Крэб, считавшийся экспертом по подводной войне, какое-то время работал в Советском Союзе, англичане могли бы потом использовать его знания о спецназовских секретах. Но кто может сказать, как обстояло дело в действительности? Известно лишь одно. Крэб и связник ЦРУ по имени Смит появились в портсмутской гостинице накануне визита Хрущева и Булганина, то есть 17 апреля 1956 года. Они прибыли для выполнения секретного задания. Гостиница была переполнена, и Крэба со Смитом поселили в мансарде. Но в чем заключалось их задание? Ведь год назад подводный руль крейсера «Свердлов» уже исследовали. Зачем же было рыскать вокруг идентичного корабля? Странно, но когда 4 года спустя крейсер «Орджоникидзе» был продан Индонезии, под его килем не было и следа секретного рулевого управления. Существовало предположение, что Крэб искал антисонарное устройство советского крейсера, но такая задача более подходила для субмарины, чем для одиночного пловца. Есть доказательства, что англичане пытались использовать и карликовую субмарину для осмотра «Орджоникидзе», но подлодки помешали подойти к нему противолодочные сети. Как бы там ни было, англичане советским крейсером, безусловно, интересовались. События 1956 года происходили на сравнительно небольшом пространстве. Советский крейсер стоял у южного причала, менее чем в миле от портсмутской гостиницы. Крэб и Смит покинули здание незаметно, их никто не видел. Кстати, и страница из регистрационной гостиничной книги с их именами исчезла. Полагают, что затем они двинулись к базе подводников, Вернон. Там Крэб, вероятно, взял свою экипировку и получил инструкции. Из-за особых мер безопасности, связанных с визитом русских,
он бы не мог работать без специнформации. Затем Крэб со Смитом, очевидно, прошли на территорию доков, где должны были предъявить охранникам пропуска. За несколько дней до этого Крэб, выпив лишнего, хвастал друзьям, что намерен немного пощупать русских. Ясно, что он имел в виду это задание. Было два возможных места, откуда Крэб и пловцы из группы поддержки могли войти в воду. Первое – каменная королевская лестница, находившаяся совсем рядом с крейсером, но скрытая от глаз всех, кто был на этом корабле. Второе место – затон мачт, где во времена парусных судов обычно устанавливали мачты. Между крейсером Орджоникидзе и этим местом стояло увенчанной башней здание морского комплекса, поэтому и затон мачт с корабля был не виден. Затон мачт давно используется лишь для малых суденышек. Там имеется выход в порт по водному туннелю, проходящему под зданиями. Отличное прикрытие для Крэба и его команды поддержки. Выйдя в порт, команда могла остаться, а Крэб продолжить путь к крейсеру вдоль стены причала. Но вот что странно. Все говорит за то, что Крэб не скрывался. Почему он проводил операцию при свете дня, а не ночью? Ведь в темноте его труднее было бы заметить с борта Орджоникидзе. Создается такое впечатление, будто Крэб сам хотел, чтобы его схватили. И как свидетельствует некоторые, схватили. Матросы, заправлявшие корабль горючим, утверждали, что двое русских моряков бросились в воду и после непродолжительной борьбы подняли Крэба на борт. Не исключено, что по пути в Россию Крэба убрали с корабля. Команда датского траулера видела, как кого-то или что-то поднимали на вертолет с палубы Орджоникидзе. Предполагается, что в России Крэб был подвергнут промывке мозгов, а затем получил новое имя – Лев Львович Кораблев и должность инструктора по обучению подводников спецназа. Но как же тогда быть с телом обезглавленного пловца в порту Чичестер? Чем больше накапливалось фактов, тем более запутанным становилось дело. Например, выяснилось, что это было уже второе тело, найденное после исчезновения Крэба. Первое вытащил один из рыбаков еще в ноябре 56 года. Оно тоже было без головы, и перепуганный рыбак бросил его обратно в воду. В полицию он явился лишь в феврале 57 года, но там не проявили интереса к его сообщению. Даже когда нашли второе тело, этого рыбака не вызвали на дознание коронером. Было ли это одно и то же тело, или тел было два? Первое могло быть сброшено с крейсера Орджоникидзе с целью замести следы, а второе с той же целью подброшено англичанам. Однако сомнительно, что это сделали русские. Круговоротные приливы при входе в акваторию Портсмута могли выбросить тело где угодно. Вот для английской секретной службы подбросить тело было задачей попроще, равно как и уничтожить регистрационную запись в гостинице. При идентификации второго тела Сиднею Ноулсу дали ясно понять, что независимо от того, является ли оно телом Крэба, Ноулс должен опознать в нем своего боевого друга. Однако Ноулс, подтвердив, что гидрокостюм на трупе он узнает, заявил, что на теле нет шрамов, которые были у Крэба. Но если это был труп другого человека, то куда делся Крэб? Жил ли он в Советском Союзе? В архивах КГБ хранилась фотография человека в русской морской форме, похожего на Крэба, но этот человек был явно моложе. Поиски продолжались. Неоднократно делались попытки раздобыть досье на инструктора-подводника спецназа Кораблева Крэба. Ходили слухи, что его вот-вот обменяют на советского шпиона, но слухи не подтвердились. Если Крэб действительно был тем самым Кораблевым,
Вряд ли русские вернули бы его Западу. Слишком много секретов спецназа он знал. Надежда найти Крэба не умирала. В 70-х годах вновь возродились слухи, что его все-таки выпустят из Советского Союза. Но тут же возникли другие, что он тяжело болен. Поиски следов Крэба привели в Прагу. Выяснилось, что в чешском санатории лечился очень похожий на него англичанин, который в начале 80-х годов скончался. Погиб ли капитан Крэб в водах Портсмутского порта? Или все это время он жил в Советском Союзе? Что касается британской стороны, то завеса секретности все еще скрывает последнее погружение Крэба. Его досье будет закрыто для общественности до 2047 года. Выполнял ли Крэб задание английской разведки по сбору данных о советском крейсере Орджоникидзе? Был ли Крэб при этом убит? Или, будучи пьяным, что с ним нередко случалось, неудачно нырнул? А может быть, русские, у которых были агенты внутри английской службы, ждали Крэба и следили за ним с того момента, как он покинул гостиницу вместе со своим таинственным спутником Смитом из ЦРУ? Или все-таки Крэб был внедрен в ряды спецназа английской разведки, рассчитавший все так, чтобы его схватили? Ведь Крэб, несмотря на свое легендарное имя, был всего лишь пешкой в крупной игре. Впрочем, не исключено, что он добровольно вызвался в последний раз послужить своей стране. В начале 82-го, вскоре после предполагаемой смерти Крэба в Чехословакии, на его надгробном камне появилась приписка «Год смерти 56-й». Теперь уже нет сомнений, что Крэб действительно умер, но вот где и когда осталось тайной? На стене портсмутской гостиницы висит мемориальная доска с именами героев-моряков. Увы, имени Крэба среди них нет. Композитор Де Вольф, монтаж Криспин Джулиан, автор сценария Робин Кросс, продюсеры Филипп Нагус и Джонатан Мартин. Фильм озвучен фирмой СВ «Кадр» на тонстудии «Мосфильм» по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 1997 году.